тебя будет много чики-бомбони! Фиксай! Чики-бомбокалипсис! Все, что ты сделал? Что это такое? Привет, друзья, я Фиксай, сегодня со мной, как всегда, Фиксплей! Всем здорово! Сегодня у нас, по правде говоря, будет супер крутое, интересное видео и очень чрезвычайно сложное. Мы, кстати говоря, не просто будем выживать, а добавили немножечко крутых функций. Что-то я голодный, Фиксай. А я тоже, кстати говоря, поэтому нужно пойти и добыть немного мов. Но прежде чем мы пойдем добывать, ребята, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Также не забудьте включить колокольчик, потому что колокольчик — это самое важное, что есть вообще. Кстати, у меня уже, блин, я даже бегать не могу. И да, ребят, нас очень много людей смотрят без подписки, там почти что 80%, поэтому не забывайте подписываться. Так, смотри, вот она курочка, давай ночевать и ночевать. Не, слушай, мне как-то жалко. Пойдем тогда за свинюхой, вот свинюха будет самое то. Ты сам с ней справишься. Твою мать! Что? Что? Подожди, я только она братьев привела или что? Как это получилось? Я даже не уничтожил ее. Подожди, какую ты бил? Я, по-моему, вот эту, которая здесь и стоит. Стой, а ну-ка. Что? Что? Так, стоп, не-не-не, это не дело. Это совсем не дело. Получается, что если мы ударим ее еще раз, то... Все, больше не бьем, больше не бьем. Походу, сегодня мы без еды. Господи, как же много их появляется. Для этого, чтобы мы их сразу же уничтожали, нам нужно какое-нибудь снаряжение. Потому что добывать его все такое не нужно. Я вижу там одну построечку, в которую мы с тобой прямо сейчас и пойдем. Да, красивая по фэншую китайская, побежали. Блин, ты хотя бы бегать можешь, побежали, блин. Ну да, побежали. Здесь у нас кто-то, какой-то мастер, подготовил нам два сундука для Фикса и для какого-то Фиксляя. Фиг знает, кто так. Это. Вот, смотри. Офигеть. Тихо, 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 не открывай. Это мои вещи, а не твои. Так, смотри, алмазный шлем, все алмазный и так далее. Что такое? А почему у тебя штаны есть, а у меня нету? Ну слушай, ну традиции это нужно сосчитать, между прочим. Да, алло. Вау, какие же мы красивые и классные, смотри. Опачки. Что? Что такое? Что такое? Ты штаны своими можешь найти, да? В смысле? Что? Подожди! Блин, я надеялся, что ты не заметишь. В смысле? Алло, и как? Как мне их достать? Так, все, у меня есть одна стрела, и я сейчас придумал. Все! Гениально! Слушай, это просто гениально. Только я так понял, я сначала должен был зачаровать слуг на бесконечность. Неважно, смотри, мы сейчас делаем себе кучу опыта. Вот прям очень-очень-очень-очень. О, раздача опыта! Не трогай мой, это мой опыт. Слушай, а что будет, если выстрелить в жителя? В смысле? Ты что там делаешь? Или в железного голема, потому что я нашел деревню. У меня нечем стрелять, поэтому я буду просто ходить и всех дубасить. Сейчас будет много чики-бомбони! Фиксай! Чики-бомбокалипсис! Что ты сделал? Что это такое? Мы пересоздали мир, потому что у нас, как понимаете, все вылетело из-за того, что чики-бомбони захватили весь мир, да. Это был чики-бом-террорист, я не знаю. Да-да-да, все, бежим в деревню, сейчас мы узнаем, что будет, если мы ударим жителя, и он клонируется. Сможем ли мы, так сказать, сделать очень много жителей, которые продают одни и те же вещи? Это будет, наверное, очень интересно, только... в конце мы попробуем клонировать эндер-дракона, и мы не знаем, что да, будет. Да-да, кстати говоря, мы должны проверить, что будет, если ударить визора и эндер-дракона, поэтому это будет очень круто, в конце очень мы круто. Это сделаем. Что это за дом такой? Я здесь впервые. Осталось понять, где находятся все жители, потому что они, что? Походу, все испугались. Я нашел. Слушай, а я знаю, походу, чего они испугались. Что это такое, блин? Вот это? Вот это что это такое? Смотри, здесь есть, как его называется, броник. О. Он за 7 алмазов продает 6 изумрудов. Что я сейчас сказал? Теперь их 3. Что? Зачем? Так, их теперь 3. Смотри, да, и они не клонируются в том смысле, что... А, меч их не убивает. Меч их не убивает. Осторожно. Так, попробую луком. А если мечом их ударит, например, разочек? О, слука, не работает мечом, их становится еще больше. А, нет, не работает. Не бей, не бей, не бей. Больше не бей, больше не бей. Все, иначе все, у нас, все, иначе у нас будет житель, жителей. Житель апокалипсис будет, если мы продолжим. Стой, а если я с лука, например, нет! О, с лука не работает, смотри. Не, работает у меня. Не, что? Не работает. А, нет, работает. Вот, вот, работает. Я о том же. Надо, видимо, бить все, по оригиналу. Ай, все, смотри, понял. Показываю магию. Что? Все жители пропали. Да ты грабанный волшебник. Так, пошли отсюда. Нам все-таки еда нужна, потому что я опять проголодался, несмотря на то, что мы карту пересоздали. Так, смотри, я вижу. Это я там что-то нашел. В смысле, это я нашел? Я впервые тебя. Так, ладно. Так, ну тут мобов нету, зато можем посмотреть, что находится внутри. А у нас же кирок нет. Все почти продумали. Конечно, было бы круто, если какой-нибудь динамит тоже умножался. То есть я вот так вот прыгаю и смотрю, какие здесь есть вещи. Алмаз один, два золотых слитка, а также это все, что здесь есть. Только одна удача. Не, дорогой друг. Почему это не работает? Плитка, не получится у тебя это сделать. А вот у меня...
получится. Слушай, ты думаешь о том же, о чем и я? Да, кролики, блин, какие милые. Нет, какие кролики, я про спрутов говорю. Что? Хотя смотри, кролика тоже интересно, давай попробуем. О, не, кролики, осторожно. Да, они такие маленькие, но прыгущие. Так, подожди, остановись. Я поймал. Я сейчас попробую. Ай, немножко не то сделал. Их тут теперь очень много кроликов. Смотри, смотри, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Не бей, стой. Офигеть! Они так вообще кого-то не бегут. А, кролик апокалипсис. Стой, 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 не бей, не бей, все, не бей, не бей. Все, офигеть! Это уже их тараканов похоже, блин. Они сами себе урон наносят и клонируются. Да, да, это опасная, опасная тема. Фиксай, фиксай! Твори волшебство! Пока все не, не обрушилось. Кроличья шкурка, из нее можно делать вещи, серьезно? Может быть, штаны можно сделать. Посмотри на этого спрута, посмотри на этого маленького одинокого спрута, пойдем, пойдем. Там рыбка есть еще. Да, мне интересно, смотри, вот этот спрут, мы просто подходим к нему, один раз его бьем, и да, что? Он тоже клонируется. Офигеть. Стой, 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 осторожно, осторожно, последний раз. Нормально, все, нормально, все, нормально, все, давай нормально, посмотрим. Все. Офигеть! Посмотри на этого спрута, который сейчас находится на берегу. Вот если он начнет себе получать урон, он будет себя клонировать или нет? Что-то да, я не хочу это проверять как-то. Фу, да, слава смотри, богу, нет. Урон. Слава нет, он не клонируется, да, все нормально. Поэтому давай не будем. Ты умрешь! Все, не надо клонировать. А, фиксай, это сработало, они клонировались! Так, Фикс, ты думаешь, почему мы сейчас находимся в пещере? Потому что у нас во второй раз уже карта вылетела. Да, вот это первое. А второе, что мы должны сейчас найти с тобой летучую мышь. А, опа, вот, зачем а вот и она, что? Так. Можно вот я? Летучая мышь. А знаешь, что я хочу с ней сделать? Вот, вот. Да нет, только не в лову, только не в лову. Подожди. Нет, 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 пожалуйста, нет, не надо. Нет, пожалуйста, нет. Бей их, мочи их, убивай, успел, убивай. Успел, успел. О, господи! Офигеть! Ты видел, как они сильно клонироваться начали, это жесть! А что это было? Слушай, за это нужно перекусить яблочек. Да-да-да, нужно перекусить, особенно золотым стресс, яблоком. Стресс, стресс. Так, что это такое, я не понял. А, понял, все. Фига ты везунчик. Да, да, походу. Фиксай, мы забыли кирки, как выбраться. А, все очень просто. Раз, два, три. Фиксай, ты что там делаешь? Фикс, 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 фикс. Нет, там лава, там лава, вот. Там лава, они... А ну... Где лава, где? Нет, нет, вот здесь, нет, перезагружай. Все, все. О, господи. Офигеть. Так, ну а теперь мы идем с тобой искать крипера. О, боже. Вот, я нашел, я нашел, а, я нашел. Что? Так, тихо, тихо, а! Тихо, 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 не взрывайся, не взрывайся. А, фиксай. О, боже мой, о, господи, я ж золотой. Яблоко, я прямо фиксай, к нему. Нет! О, я, живи! Это я конец! Это конец! Перезапустили мир в 10-й или какой-то уже раз. И сейчас мы находимся возле особняка, будем проверять, что будет с разбийниками. Погнали! А чё, разве мы не собирались просто копать дерево? А! А, нет, нет, нет! А, они сами клонируются! Ну нет, ну пожалуйста! Ну не надо! Пиши команду! Пиши команду! Пиши команду! Минус один зомби, плюс еще куча пауков. Чего? Ты еще здесь устроил? А, слава богу, они все идут за тобой. Они все идут за тобой. Удачи, фиксай! А, нет! Нет! Тихо, 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 тихо! Что здесь происходит? У меня проблемы! Команду! Команду! Срочно! Команду! Написал, написал! Твоя команда — это наш единственный шанс. Просто единственный шанс на выживание. А, не вот не его, не его. Давай, давай, нет, что, нет, не бей, не бей! Команду! Команду, срочно! Написал, 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 написал команду. О, боже мой, что здесь происходит? А, я собираю, собираю их, собираю. Ты посмотри, сколько здесь дропа. Я тебе помогу сейчас. Я врубаю креатив, чтобы забрать весь дроп. Ты посмотри, сколько здесь было скелетов, раз здесь столько. Все, все. Зомби нас не интересует, а вот, вот эта толпа зомби, в принципе, довольно интересует. Фиксай, фиксай, как ты относишься к зомби-апокалипсису? Ужасно. У меня уже был такой ролик, я не хочу его повторять. А вот у меня с этим проблема сейчас маленькая. Ты где? Фиксай, они со всех сторон лезут. Тихо, только не бей их, только не бей их. Я главное. Ухожу. Ешь, ешь яблоко и уходим. Фиксай, за мной, за мной, за мной, за мной. На лестницу, бегу, фиксай, бегу, бегу. На лестницу. Нет, зомби-апокалипсис, в окно, да. А, в окно. Не, не пройти. Нет, нет, добро, это я ловушка. Пройти. Что происходит? Я ломаю выбрался, стекло, почти. Все. Все, нет, не, отсюда, не могу, валим. Не могу. Фиксай, понятно. Команда, команда. Следующее, что мы с тобой проверим, это иссушителя, а точнее визора, огромного босса. Поехали, прямо сейчас его и построим. Смотри, давай, я тебе даю. Так, все, давай, я тебе даю три черепа скелета визора. И давай, твоя задача теперь просто их поставить сюда. Готов? Так, сейчас, секунду, да, конечно, готов, только я не дотягиваюсь, блин, сейчас. Мне очень интересно, у нас получится это сделать так. Или нет. Ай, больно. Не, так, нормально, пощекотно немного. Последнего. Хорошо, визор появился, мне очень интересно, он будет клонироваться или нет, если мы его ударим. Ууу, стрёмно. А, не, что? Не, тихо, тихо. Стреляю, не работает пока. Не работает? Слушай, мне кажется, нужно ударить его как-то. Пока что я рад, если честно, ну, что не работает. Сделать? Ну что ж, фиксай. Чем мы сейчас занимаемся? Мы сейчас занимаемся уничтожением эндер-дракона, прохождением Майнкрафта. Посмотрим, дракон телепортируется. Опа, звезда пошла первая. А где поехали. Звезда? Поехали. Так, что? Отлично, сейчас мы находимся. О, звезда здесь, моя, смотри. Нам нужно как-то пройти. Здесь была, вот тут.
Да, крутая. Да, ты гений! Ты гений! Погнали, нам нужно сейчас как-то проверить, ударит ли на дракона. Давай, надеюсь, у тебя есть что-то, кроме песка и песка душ. Конечно, есть. Раз, два, три. Короче, фикса, я добыл дерево, и давай строимся. Да, ты добыл. Блин, ты что тут делаешь, мужик? Не, не надо, не надо. Не надо, фикса, не бей! Не трогай! Скидывай, трогай! Как? Телом толкаем! Толкаем телом! Так, все, теперь поднимаемся мы с тобой. Наверх. Давай, давай, давай. Он со мной поднимается, ну ты отстань от меня, ну. Ну что, ты готов? Я готов, давай узнаем же. Клонируется ли дракон? И нет, ничего не происходит. Но! Знаешь, что происходит сейчас? Что? Посмотри за спину! О! Мы прошли Майнкрафт! Реально, погнали! Ну что же, друзья, всем спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на остальные все соцсети. Для вас старался фикса, даже фикс-плей, кликайте по прошлым видосикам. Всем удачи и всем пока в следующих сериях! Всем пока. Фикса, а чё я один-то в мире стою? Ты где прощаешься? Ага! Понимаю! Ай-яй-яй-яй! Вообще не вовремя! Всем пока!